рецепт цукатов из целых апельсинов. Они получаются очень ароматными и сладкими. Их можно подавать к чаю, как самостоятельное лакомство или использовать для приготовления сладкой выпечки. Ниже я расскажу подробнее, как приготовить цукаты из апельсинов. В сироп, в котором варятся апельсины, можно добавить палочку корицы, гвоздику, кардамон или ванильный экстракт для дополнительного аромата. После того, как цукаты сварятся, их можно разрезать на более маленькие кусочки, если потребуется. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Подготовьте все ингредиенты. Помойте апельсины, после нарежьте на кружочки толщиной примерно 5 мм, чтобы убрать горечь. Залейте апельсины горячей водой на 10 минут, воду слейте. Для сиропа соедините сахар с водой, доведите до кипения. Переложите апельсины в кастрюлю с кипящим сиропом. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Варите апельсины на медленном огне 1-1-5 часа под крышкой, готовы они будут тогда, когда кожура станет практически прозрачной. Выложите апельсины на противень, подсушите в духовке полчаса при температуре 150 градусов. Цукаты из апельсинов готовы, для хранения их можно обвалять в сахарной пудре или сахаре. Приятного аппетита! Подписка на канал – гарантия свежих вкусных рецептов. Необходимые ингредиенты. Апельсины – 2 штуки. Вода – 150 мл. Сахар – 250 грамм. Количество порций – 2-4. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем, подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. До встречи на канале!